общем, что значит богатство и процветание? Для меня богатство – это умение добывать, получать деньги, скажем так, с легкостью. А процветание – это уметь использовать эти деньги для того, чтобы что-то создать. Например, иметь сбережения, которые позволяют купить дом или поехать в отпуск, или реализовать задуманный проект. Для меня это две фундаментальные вещи. Почему? Есть люди, которые зарабатывают много денег, но они никак их не используют. То есть они умеют создавать богатство, но не умеют процветать. А с другой стороны, есть люди, у которых мало денег, но они могут сделать многое. Они умеют процветать, но не умеют достигать богатства. В общем, это важный ключ к пониманию. Для того, чтобы наша экономика была богатой, нужно развивать наше умение зарабатывать богатство, а богатство направлять на развитие, созидательность.